4 километра сетей тепло- и водоснабжения отремонтируют в Сургутском районе в этом году. Также в муниципалитете подлатают дома, которые не попадают в программу капитального ремонта. Все это в рамках подготовки к отопительному сезону. На нее из местного бюджета на 2022 выделили 102 миллиона рублей. Работам по подготовке к зиме мы приступим при наступлении положительных температур. Скорее всего, апрель. Середина апреля, конец апреля и закончим начало отопительного сезона. Те работы, которые необходимо будет выполнять и которые будут влиять на подачу теплоносителя, они будут закончены до начала отопительного сезона, то есть у нас начинается он 1 сентября. К началу отопительного сезона также планируют закончить реконструкцию котельных в Лямино и Сытомино. Сегодня их готовность 60% и 30% соответственно. К 1 сентября коммунальные объекты должны заработать на газовом топливе вместо нефтяного. Ранее аналогичные работы завершили в Высоком Ису.